И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival. Все так же на экстеншене. Подходит экстеншен к концу, и остается лишь 4 дела. 3 это притомить каждого босса. И одно, но разделенное на 3 части, это убить гамма, бета и альфа короля. Да, вот такие вот дела. Что я могу сказать? Я тут просто за эти бегал. За позвонками. Сарка не спавнится на карте. Так что лут буду вызывать. Суть в чем? Я дефл дроп. Ну, вполне удачно на дефл дроп. Даже металл что-то появился и так далее. Но тут выяснилось, у меня нет времени. Я хотел потратить, думаю, часов 5 потрачу на вот это вот все дефни. Но нет времени, поэтому, извините, буду вызывать ресурсы, потому что, ну, извините, нет времени. Есть два варианта, короче. Либо я вызываю предметы, либо вы серии будете ждать очень-очень-очень-очень долго. Ну, когда у меня время появится на фарм. А фарма дофига. Ой, сколько сердечек-то. Всего лишь соточка. Соточка. А ты можешь даваться побольше? Или это типа один стак? Нет, это... Да ладно, ты серьезно? Вот это вот у меня сейчас вот это вот... Блин, ну мне теперь придется делать так. Не люблю неполные стаки. Вы бы знали как. Подожди, а почему он, к примеру, не так не дает? Ой, да подожди ты, блин, не до тебя еще. О, нет, это у меня это сложилось. Как ты работаешь? Ладно, фиг с ним. Да что такое, блин? Это же моя вечный верх. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У меня там что-то было. Давай на всякий случай еще один. Я не знаю точно сколько. Хотел 1200, но как бы... Короче, получается, что у нас? По сердцам. Так. Раз, два, три на альфа. Раз, два, три на бета. Раз с половиной это у нас на... на гамма. Раз, два, три. А, даже сотка лишняя получается. Ну и хорошо. То есть и три вызвать босса, даже 130 лишний. А, даже вот еще что у меня есть. А, нафиг с ним, короче. Давай сделаем вот так. Шлеп. Как это работает у меня в голове, я не знаю. Но давай сделаем вот так вот. Вот так, вот так. Вот это вот выкинем. А этот туда пойдет. Ну, типа, вроде ровно. Короче. Есть два варианта томления. Первое, это вручную сбить ему наросты. И второе, это сбить с помощью меха. Ну, вы понимаете, я буду пробовать сначала вручную. А еще меня эта база бесит уже, она лагает. Я вот сюда начинаю смотреть, у меня здесь все лагает. Я не знаю из-за чего, честно, разбираться не хочу. Побыстрее бы уже закончить этот сезон, и нафиг это все. Ну... Да, я бы поиграл бы еще бы на этой карте, честно. Безумная улитка. Я бы еще бы поиграл на этой карте, это прикольно, защита дропов и так далее. Это, конечно, весело, но... Ну, вы понимаете, времени нету, а это означает, что... Правильно, движемся дальше. Что нужно? Чтобы вызвать босса, мне нужно то, что я как раз таки и взял. Плюс артефакт. Артефакт мы сейчас получим я с помощью Рекса. Я вот все думаю, кого взять. Кого взять на битву с боссом? Блин, я седла все. У меня ж вроде бы на кого-то там дропались седла хорошие. В целом, я бы был бы не против, допустим, на животном. Хотя нет, на животном... Ёб твою ж, просто 9 FPS, какого фига? Во, вот так, 30-ка. 37. Вот сейчас вот сюда смотрю, 38, 32. Ну, сюда 24. Ха! 10! 12! Я не знаю. Кстати, в чем прикол, смотрите. Сейчас вот сюда прохожу. Ну, я уже это рассказывал. Хоп!
И вот на 30-ка. То есть у меня в центре базы какая-то хрень, какая-то аномалия появилась, что у меня лагает. Ну и в чем прикол? Вот так не лагает вообще. Короче, фиг с ним. Я потеряю в маневренности, если я буду на этом. Господи, на Диносе. Поэтому я его брать не буду. Я возьму сейчас рецепты и создам тег броню. Попробуем в тег броне замоздрять все это дело. У меня здесь мехи появились и прикольные, но, честно, некоторые очень дрычевые и намного мощнее. Типа у них здоровье, урон. Посмотрите, 159 левел, здоровье, урон у него прям ух, огонь. А допустим, где-то у меня 172 левел. О, здоровье как бы дофига, но он, во-первых, синий, а фиолетовый 144. Я, короче, не знаю, как работает, но фиолетовый, ну, говно. У меня вот так получилось. Я не знаю, как это работает, но как это работает. Так, давай, короче, сейчас создам шмотки и выдвигаемся на босса. Долго это будет. Вот меня, кстати, всегда интересовало, как это работает. Вот смотрите, тех штаны. По броне они хуже, по прочности они лучше, сразу говорю. Чуть-чуть, но лучше. Но 5400 металла, ну, грубо говоря, 5500-1400. Как это работает? Но здесь броня лучше, прочность хуже. Здесь, ну, как бы, опять же, таки, же прочность не сильно. Ну, ладно, сотка. Но непонятно, как это работает. Такая вот фигня. В итоге, я на все это потратил весь свой металл. Вот реально, потратил весь свой металл на все это дело. Так. Зато, о! Красота. Так, только что мне нужно... Он же автоматом сам не заправится первый раз. Мне нужно его заправить. И... Это лошара куда полетел? О, прикольно, на великов упал. А, просто надо зажать. А я два раза пробел жму. А здесь просто надо нажать. А, через валь ты не работаешь? А вот теперь ты работаешь. Прикольно. Ну ладно, все, хватит играться. Взял, короче, с собой еще на всякий случай винтовку. А, в итоге беру винтовку, беру все вот эти шмотки, потому что они тоже на всякий случай могут пригодиться. Беру тег-капсулу и тег-фундамент и тег-щит. То есть я там поставлю тег, рецепт сейчас надо будет скинуть. Я сейчас там поставлю тег и, собственно, ну, тег-фундамент. И буду пробовать уже играть через него. Что из этого выйдет? Да, черт его знает. Кстати, есть что получше? Нет, 527 также остался. Ну все. Погнали к лесному титану. Там он, по идее, должен быть пусто. Думал я. Тогда я сюда уже пролетал один раз. А, точно, мне еще артефакт надо взять. Ну и я, конечно, лошара в своем репертуаре. Ладно. Погнали за артефактом. Ой-ё, просто. А, вон. Еще бы научиться управлять. А, через shift просто. Через пробел, через shift это ускорение. Ё-моё, этим говном еще надо научиться управлять. Да уж. Еще та жопа. Ну что могу сказать, погнали. Я, наверное, все-таки включу на ускорение все вот это вот приручение. Суть заключится в том, что мне нужно попасть ему по разным плечам, точнее отстегнуть ему плечи, руки, и потом по подбородку. Ну вы сейчас сами все увидите.
Что я могу сказать? Это... Это было что-то с чем-то. Сначала я не мог понять, куда стрелять. Честно, я не мог понять, куда стрелять. То ли в плечо, то ли в эту язвину. Не, бета тоже неплохо. Я реально не мог понять, куда стрелять. И в этом такая основная проблема. Но... Черт побери! Он приручился. Вообще, обзор, который я смотрел, говорили, что вот эта вот лоза, он типа убивает. И честно, я наобум, знаете, на такой, на авось, короче, взял вот эту вот броньку, второй комплект. И он, собака, он мне очень сильно помог. Ну-ка. Так, ну под себя ты типа не можешь, да? Так, погоди. Начнем сначала. Пробел. Это ты врубаешь себе защиту. То есть ты защищаешься и типа все. В деф все дела. То есть спереди тебя пробить сложнее. Дальше. Правая кнопка мыши. Обычный удар. Так. Отлично. Ну-ка, под себя сможешь? О! Ты еще и топаешь под себя. Вообще огонь. То есть под себя ты топаешь, а подальше ты бьешь рукой. Огонь. Так. Ага. То есть я, получается, правую кнопку мыши зажимаю. Кайф. То есть я правую кнопку мыши зажимаю. Потом направляюсь на кого-нибудь. Главное, чтобы в дальность попал. Вот. И отпускаю просто кнопку. Классно. Классно. А. То есть, как бы, это при любом раскладе работает. То есть, если ты зажал, то кранты. Ну, окей, я понял. Недостаточно выносливости. Ой, какой ужас. Какой он неповоротливый. Просто кошмар. Так, где нахожусь я? А то я что-то смотрел про... Про боссов. И типа говорят, они дерьмовые танки, потому что типа спереди у них жопа полная. А я, получается, нахожусь сзади. Ну, во-первых, здесь неплохая площадка, это прям класс. А во-вторых, получается, лесной титан реально танк хороший, потому что он может стать в пробел, в защиту и дефаться. То есть в PvP он прям очень сильно канает. Defending, вот. В правом верхнем углу, видите, статус у него Defending. Отлично. Так, зажимаю правую кнопку мыши. И отпускаем. И... А потом он просто швыряет об землю. И ясно. То есть, если там еще кто-то внизу будет, то он, соответственно, еще и по нему попадет. Так, сет у нас защита. Да-да-да, я случайно на пробел нажал. Так, что еще ты можешь? Ну, а по сути, ты больше ничего не можешь, да? Такая вот приколюха. Так, надо свои эти, короче, забрать. Ох, погнали, чувак. Ну. И почему-то он не двигается. Управление! Во! Сделал удар, он начал двигаться. Отлично! Вперед! Ешкин кот. Какой же он, мать его, за ногу неповоротливый. Ну это было просто кошмар. Я не представляю, как я буду ледяного титана оттомить. Эта тварь же еще и замораживает. А еще там вокруг всякого говна полно. Я не представляю, что я буду делать, но сегодня лесной титан... Он мой. Классно. О, погнали, валить деревья, все дела. Стой, 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 куда пошел? Тормози, ядришь тебя, раз ты дышишь. Так, а как спускаться-то с тебя? Воу, 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 нафиг минус ноги.
Вот спускаться тебя это полная жопа. Так, ты за мной не идешь? Отлично. Барьер сюда поставил на всякий случай, чтобы... Ну, блин, мало ли. Мало ли. Что пойдет не так? Подобрать. И подобрать. Отлично. Реально, мало ли что пойдет не так, а я хоп, и уже нормально все. Блин, домой телепортировать его, да? Надо было куда-нибудь в другое место поставить телепорт, что ли. Ну, погнали, посмотрим, что из этого выйдет. Ёпс, тудей! Вышла из этого полная жопа, я вам так скажу. Мать твою. Так. Подожди, титанчик. Ё-моё. Это что-то, короче, как-то... Как-то что-то не очень получилось, я вам так скажу. Он как-то застрял. Что-то я был не готов к этому. У меня же нет брони! Я привык к крыльям. Я очень привык к крыльям, назовем так. Так. Бета, лесной, мать его, титан. Это я тебя вызвал или ты просто упал? Нет, это я тебя вызвал, просто там... Ой, ё-моё, ясно. Да, моя база явно не для них. О, блин, опять жрать хочу. Ужас какой. Ну-ка! Шлёпни, топни. О, блин. Какой же он! Ну, хотя дамажит жестко. Да там хорошо. Так. Сейчас попробуем кого-нибудь хапнуть и кинуть в стека. Получится? А, я вот нахожусь справа, получается. Ну, блин, тоже, короче, такое себе. Ну-ка. Поймал? Не. Я, получается, вот нахожусь... Ой, слева получает. Ну, точнее, да, справа вот. Ну, то есть танк тоже, короче, из него не очень. Короче, ладно, фиг с ним. Фиг с ним. Ну и он нафиг. Пускай стоит, красуется. Ужас, ужас. И, кстати, по идее, я сейчас не могу вызвать еще одного титана, потому что, ну, то есть, воевать с ним, потому что, что, правильно, у меня уже есть титан. Он говорит, камон, чувак, у тебя уже есть титан. Что еще нужно, поэтому я их по три и убивал, чтобы были головы. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Вот такое вот что-то какое-то прям сумбурно, безумно что-то было, непонятно. Я не представляю, что будет с ледяным титаном, поэтому я думаю на его напоследок оставить. С пустыны все-таки будет полегче. Надеюсь. Вот, но фиг его знает, что будет дальше, там будет видно. Ну а на этом все. Как говорится, спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео с моими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.